Кадальша waterfall. Поворот в сторону деревни Хасаново. Дома тупо на отшибе, на противоположной стороне от всего скопления. Горка справа от меня. Через нее я с трудом перебирался, пешком даже. Выцветшая доска. Сельсовет какой-то там. Сибайский. Выехал из деревни Хасаново. Заканчивается подъем. Будет спуск до Старого Сибая. Спуск к Старому Сибаю. Сегодняшний заезд получается шоссейным. Фэт-шоссейным. Фэт-циклокросс зимним шоссейным. Около 10 минут скатывания с горы я прибыл в Старый Сибай. Сегодня я снимаю не скрепление от груди, потому что, мне кажется, это не впечатляет. Еще раз указатель на водопад. Гора Лысая. С нее невозможно будет кататься на чем-либо. Подъеду отметиться на пятачке. Ссаный снег. Первая голова. Вторая голова. Чё тут так памятников напихано? Это уже 6. Ну и пятачок. Ну, собственно, отправляюсь домой. Отвалы карьера. Ехал по асфальту, ну, 6-7 минут, наверное. Скорость 27, я думаю. Да уж, шоссейный фэт-прогон. Ну, по традиции надо финишировать на площади, поэтому еду я не прямо домой. Тропинка не утоптана, придется идти. Выбрался у железнодорожного вокзала. Теперь на площадь и домой. Ну вот теперь и финиш.